Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждый день, посмотрим, что же нам посоветует Таро на завтра. Как, что делать, что не делать, что может произойти. Много работы. Первое, что я вижу, это очень много работы, много действий, много всего, что вы будете в этот день, завершать, начинать и продолжать. И все у вас есть для того, чтобы именно делать. Это карта, это туз жезлов, это даже прорыв. Может быть, были ситуации, в которых не знали, как поступить, не знали, куда повернуться, не было ответов на вопросы. Все это в этот день может прийти и вперед, и только вперед, говорит эта карта. Знаете, как вижу цель, не вижу препятствий. Вот тут могут быть еще и ситуации, когда препятствия просто будут растворяться. И опять же, мы смотрим следующий день, это может быть как рабочий день, так и выходной. Ведь тут еще зависит, когда вы будете смотреть этот расклад, вы же его можете захотеть посмотреть не в тот день, в который он вышел, а в какой-то другой. И поэтому, если это выходной день, найдете решение какой-то задачи, найдете решение какой-то проблемы, которая вас волновала, и, соответственно, будете полны сил и энергии. И совет этой карты – меньше деталей, больше действий. Не, знаете, вот бывает, я говорю, что надо присматриваться к деталям, задумываться над мелочами. Нет, не, знаете, вот тут надо брать и делать. И опять же, это не важно, чего это касается. Или это касается работы или бизнеса, или это касается отношений. Отношений надо действовать. Опять же, для девочек это срабатывает немножко по-другому. Дайте о себе знать. Вот как я могу это сказать. Ну и опять же, зависит от того, в каких отношениях вы с мужчиной. Ну и смотрим дальше. Не воюйте. Вот я говорю насчет отношений. Как раз я уже сказала, что в отношениях надо дать о себе знать, но не воевать. Ни упреков, никаких обвинений. Оно не поможет. Дело в том, что каждый человек в паре имеет свое определенное мнение по поводу того или иного вопроса. И, соответственно, если вы будете с пеной у рта доказывать вашу правоту, оно ни к чему не приведет, оно только усугубит конфликт. Это если говорить о межличностных отношениях. Для всего остального, слушайте, вам бы отдохнуть, еще говорит эта карта, вам бы действительно расслабиться, отдохнуть и привести в порядок свое внутреннее состояние по той простой причине, что будут ситуации, даже, может быть, и не ситуации. Ваше внутреннее состояние вас может очень многое раздражать в этот день. Ситуации, люди, события, даже вот элементарно едешь за рулем, тебя кто-то подрезал. Ну, я-то улыбаюсь и, можно сказать, уже встречаюсь с этим человеком на следующем светофоре, потому что он меня подрезал и, конечно, летит до следующего светофора. На светофоре мы уже как бы я его, ну, я за ним не гоняюсь, но я его догоняю, вот образно говоря. Но бывает такое состояние, что ты вот всю дорогу едешь и ругаешь вот того, кто тебя подрезал. Но это я только привела один пример. Вот примерно такое состояние может быть у вас. Ну и, конечно,
не давайте сесть себе на голову. Вижу, что могут быть еще ситуации, в которых вам придется отстаивать свои границы, и не позволяйте, чтобы вас использовали. Вот тут даже может быть такое, это и, наверное, все-таки из того, что я вижу, это кто-то из вышестоящих, вот именно в открытую могут заставлять что-то делать. Ну, тут выбор, конечно, ваш, но когда это касается работы, я знаю, что очень часто, особенно работая на кого-то, мы не можем выбирать. Поэтому вот это тоже может вызывать определенное раздражение и обиду. Но вот тут я вам хочу сказать, что если то, что вам будет сказано делать, и неважно кем, входит в ваши обязанности, в круг, вот именно в ваш контракт или в соглашение, то вот бесполезно, бесполезно. Вообще бесполезно раздражаться, бесполезно обижаться. Просто надо брать и делать. И не воевать ни с собой и ни с кем. Ну, такой вот активный день я вижу у вас. Действительно, очень активный день. Кстати, было бы здорово, вот эта карта, я ее называю карта засады, было бы здорово все-таки себя успокоить и немножко ретироваться для того, чтобы не быть под стрессом. Весь день такой сумбурный, весь день такой неоднозначный. Вот так я могу назвать этот день.